Спасибо, спасибо большое, Сергей. Ну, Атар, видимо, тебе вопрос. Более того, я вспоминаю, вот сейчас прозвучало имя, и я помню, он мне помог с прощанием с мамой моей, Омари Тедразе. Это к вопросу о том, какой он человек. Как сказал бы Ранни Мазуров, бэкграунд у человека говорит сам за себя. Его резюме спортивное не подлежит никакому сомнению. Но Омари Тедразе, я докладываю вам, как проводников, по поводу которого я буду атаковать весь эфир сегодня Мазурова, на своей малой родине в Грузии культовый герой. Если я в Кутаиси, сходя с трапа самолета, раздираем на части старыми людьми, как Джастин Бибер молодыми, то Омари Тедразе любит все население. Вот как регбиста, заявивший о себе Георгадзе, который на Кубке мира открыл миру, извините за масло масляное, еще и такую страну, как Грузия. Омари Тедразе, рукопожатная личность, и решительно невозможно не выйти из обыденного тона, говоря о нем. Да, ну и, соответственно, Краснодар обыграл ЦСКА со счетом 2-1 на футбол.